Концепция рая, мода молодых и осознанное потребление – это основные векторы работы Ульяновск Fashion Week. Неделя моды в регионе прошла уже в четвертый раз. О том, какие сюрпризы подарило главное фэшн-событие Ульяновской области, расскажет Ирина Силкина. Финальным аккордом недели моды в Ульяновске, как всегда, стал день показов. В этом году фэшн-шоу дважды меняло свой формат – с офлайн в онлайн и обратно. Организаторы до последнего не были уверены, состоится ли гранд-показ в его привычном виде. И вот свет софитов и долгожданному модному событию дан старт. Проводим этот четвертый сезон особый для нас год. Для всех нас особый год. Мы решили его начать с чистого листа, поэтому вы сегодня присутствуете в совершенно белом зале. Белые чехлы на сиденьях и такие же белые отрезы ткани, как полотна, отражающие художественный замысел обновления и чистоты. Для такого убранства пришлось построить 7-метровые леса. При входе гостей встречает пение птиц. Концепция рая выбрана не случайно. Все наши декорации и вся неделя моды посвящена вот этому переосмыслению. Мы все собираемся очень камерно, боимся обняться, боимся друг другу быть чуть теплее. Хотя внутри нас есть тепло, внутри нас есть творчество, и мы его, естественно, выражаем. Выразить творчество безопасно. Зал заполнен только на 40%. Зрители в масках и на расстоянии нескольких кресел друг от друга. Но эмоции под масками не скрыть. Открытием этого модного сезона стала коллаборация крупного бренда и местных подростков. Такое актуальное направление, как стритвир, впервые в Ульяновске воплощается с абсолютным доверием к молодежи. Сотрудничество стало возможным благодаря проекту акселерации брендов, когда столичные профессионалы буквально убедили дизайнера отдать новую коллекцию на откуп ребятам. У меня большие надежды на ребят, на их дизайн, на их креатив. Им важно доверять. Потому что при доверии они просто делают чудеса. Цветение Волги, причудливые очертания Сенгилеевских гор, здание ЦУМа еще до рекламных баннеров. Молодые как раз обратились к истокам и почерпнули вдохновение в родной природе и родном городе. Мы ищем локальное что-то в городе, какие-то интересные вещи и воплощаем это в одежде. То есть мы хотим передавать вот это чувство города, и все, что мы к нему чувствуем, также в вещах. 24 коллекции ульяновских дизайнеров. Показ был разделен на два блока – детский и взрослый. И в каждом отражение сегодняшней повестки дня. Мода молодых, осознанное потребление, классика в новом прочтении и неувядающая женственность. Гранд-показ включил в себя все тренды сезона. Но главное – подарил надежду. Потому что там, где есть мода, всегда творится волшебство. Ирина Силкина, Эдуард Гебель и Виктория Чернышова. Вести, Ульяновск.